Привет, ребятки, привет, мои хорошие. Выходной день у меня сегодня, только проснулся. Проспал как бы больше, чем надо. Но дело не в этом. Смотрите, с чего начинается утро. Сам был несколько удивлен. Как говорится в том анекдоте, вот такое хреновое у нас лето, ребят. То есть зимой снега не видели, а сейчас охренеть. Вот. Ладно, сейчас завтракаем и начинаем свой выходной день. Поехали. Погода не очень, конечно, ребят. Не сильно холодно. Плюс 2 показывают. Фу. Ну, когда еще совсем недавно было плюс 18, там почти плюс 20. Плюс 2 не звучит. Сейчас надо поехать купить отрубей. Закончились. Ну, затариться. Фух. Ира дала задание. Ей нужен веник новый. Ей нужна курица. Ира будет пить кофе. Я буду прыгать по базарам за петухами и вениками. Ну, такова жизнь. Ребят, сразу хотел бы сказать, почему такая, ну как, движуха пошла. Там корм и все такое. Я получил зарплату, и как всегда, у нас жизнь оживает на несколько дней, ну пока денежка есть, то есть мы делаем определенные закупки. Сейчас вот корма куплю, вот уже месяц как бы без веника живем, сейчас веник купим, ну как он есть, но там без ручки уже поломатый. Сейчас подъезжаем к отрубям, ну, главное, чтобы нам повезло и не были. Просто обычно день бывает как не задался с утра, так и понесло. Ну вот и посмотрим, задался ли он. Ну и, наверное, нас приятно удивлят как ценою. Как всегда, все выросло, все безумно дорого. Будет мать из моих уст, ну, наверное, видя цену. Ай, блин, уже сразу как в преддверии, нехорошее ощущение. Вот. Но машинка стоит, что-то грузит, а нету муку. Блин, возможно, отрубей нет. Мой день, ребят. Отрубей нет. Класс. Как бы удивлен был не ценой, а отсутствием отрубей. Ну, есть зерно, во всяком случае. Если что, продержимся, но, не знаю, не самый лучший вариант. В плане того, что оно не дробленое, дробилки просто нет. Вот. Идем на рынок, ребят, покупать много вкусного. Или немного. Смотря, что найдем. Солнышко вылазит, ляпота. Задало. Идем за веником, ребят, не знаю, повезет или нет. Что-то не мое. Взяли веник, ребят. Теперь за петухом. Ну что, ребят, петух тоже куплен. И сейчас мы поедем в другое место, ну, где отруби продают. Аж за город, за много километров. Фу, ну как много, километров 8. Но делать что-то надо с этим. Чтобы уже купить, размахаться с проблемой. И проблемы как бы нет.
9 до 12 работают, свезло. Ехал, ехал и приехал. Ох, не мой день, ох, не мой. В общем, ребята, ездили за трубями, привезли курицу и веник. Миссия выполнена, но чуть-чуть не так, как это подразумевалось, как это хотелось бы. Наверное, придется еще одну ходку делать, или завтра еще выходной. Повторим. Забег, набег. Блин. Улица Рыжая. Не холодно? Значит, врежется он. Емон. И все. Какой-то у нас не тех кровей он. А? Говорю, не тех кровей. С котами игрища устраивает. Тут. Ты ж видишь, он с котами развлекается. Ой, ай, божечки. Здесь. Ну, я поняла. Контора открыта, ребят. Это уже хорошо. Но что-то там творится. Давно не был. По-моему, там ни хера трубей нету. Сейчас посмотрим. Болты, ребят. Там какой-то магазин построили. Облагородили все. А трубя только фасовка. То есть уже расфасованы и гораздо дороже. Нам такое не подходит. Что-то день вообще с утра не задался. Только налил кофе вчера. Ой, с утра сел попить кофе. Пух, завис компьютер. А с утра встал, пошел снег. Думаю, опа. Резина летняя, лысая, снег. День начинается супер. Еще на улице хотел поработать, а тут холодно, мерзко. Наливаю кофе, сажусь за компьютер, включаю там видеоролик, чтобы, ну, под видео поесть. Все зависло. Пока перезагружал, запускал, кофе остыло. Ништяк. Поехал за трубями, а трубей нет. Поехал сюда, закрыто. Поехал второй раз сюда, а трубей они уже не продают. И этот день, ну, только начинается, не знаю сколько, 10 часов. Охереть. Купил себе ключ, ребят, ну, на машину. Машина у нас не закрывается, сломался. Брелок или как он называется. Вот такая фигня. 1200. Фу. Короче, это, я не знаю, чуть ли не половина нашего бюджета. Но после что, как обязательных платежей осталось, зарплату вот я получил, все заплатил. Ну, не половина, чуть меньше, но все равно. Но машину не замыкать тоже не вариант. Бывает же и в Ставрополь надо будет, как бывает, съездить. Ира Выпатова там нет-нет по делам. Тостер, но на улице бросаем. Поэтому купил. Теперь его надо сейчас запрограммировать, ну, чтобы он откликался на машину. И счастье. Google мне в помощь. Хотел, ребят, себе на вот эти деньги купить наушники, чтобы монтировать, ну, видео, Иришке не мешать. Но теперь у нас есть ключ. И наше авто замыкается. Ну, надеюсь, если не ушатаю, сейчас перепрошивки. Он прошивается один раз. Если не попал, он куда-то запомнился не туда, то писец. Вот и посмотрим, будет писец или все получилось. Что? Десантироваться будешь, рыжий? Давай. Вау. Красопет. Погода налаживается, ребят. Фух, чуть-чуть денег осталось, сейчас едем меня как симпатичневать. Ну, короче, сделаем прическу, подстригемся, и станет красота неимоверная. Волосатость ненужная уйдет. Лохматость это только напрягает. И да, ребят, ключ подошел, все четко работает. Я сделал не с первого раза, но сделал. Смотри, те. Ляпота. Не знаю, сколько это стоит на СТО, но мы сделали дешевле. Дай. Вот, садитесь. Обвейник надо было выкинуть. Вытерок. Ну что, ребят, как симпатичности добавилось? Огонь. Надо побриться еще. Не, ну это в домашних условиях, это нормально. Как Робинзон Крузо. Типа. Сейчас мы в магазин пойдем для бедных и нищих, там цены крови ниже. Надо будет сегодня. Рыночных не надо.
надо. Посмотрим, что почем там есть, покажем, возможно, что-нибудь, чуть-чуть. Мамбетовые. Да, они такие. Да. Книжки увидела. 60 рублей. Они. 800. Какие-то со срезинкой. Овно. О, гля, какая яркая. Она мала. Надо размер же твой найти. 400 рублей. Да таких не бывает. Когда красивая майка, моих размеров не бывает. А вот для с пузыриками. С какими пузыриками? Видишь буквы? Пузырчатые. А остальное вообще отстой. На, мери. Сейчас, а тут нету с пузырьками. Нет, там же не нашла. Не-не, вот такие не бывают. Сейчас, я посмотрю, Андрюш. Ну сразу тогда, что ну и мерить, то и то лучше взять. Если или не взять. На. А вот с пузыриками, гля. Ну это лучше, наверное, симпатичнее. По-моему, она маленькая. 2 XL. У меня благодаря животу уже все 4. По-моему. Мне вот это нравится. Какая? Не-не, мне такое вообще не нравится, нет. С пузыриками. Не-не-не-не. Совсем не нравится. Совсем не нравится. Как гаврушек. Да. Иди. Иди в зеркало там. Иди, тебе так цветок вот этот прихерячим. Ну что ты хочешь? Да. Феня. Да ну. Ты в футболке. Мне кажется, она маловато. Да маловато, конечно. Красная. Красная. Вроде и ничего. Не надувайся. Я чуть-чуть. Чуть-чуть. Я волна. Волна. Ну что, мне нравится. Прикольные штанишки. Не, ну смотрится, да, лучше. Прикольные штанишки. Короче, ребят, ничего не купили, ничего не понравилось, ничто к телу не прильнуло. Не, ну что, штаны были хорошие. Не знаю. Как бы, ну сидели они нормально, куда и в них таких щеголять, не знаю, на работу не пойдешь. А тебе и все. Да ну, конечно, в трико еще, как в шортах. И не, шапочка морячка. Это ж брючки все равно. Да я понимаю, не-не. Просто как бы они спортивного кроя. Ну да дома вот ходил бы. Да, по двору круг два. Не, ну зачем? Ну как бы ну для дома и купил бы. Не-не-не. Да дома, когда я там в штанах хожу, когда я наряжаюсь, ты че? Жизнь-то налаживается. Вот так, ребят, мы накупили. Я не знаю что, но много всего. Потратили много денег. Не, ну по сути немного купили, как пакеты большие идут, а там еды, наверное, немного. Но все нужное, все важное. Вот. Вот. Как вот это? Без такого, да? Один раз попросил. Да я же против, я просто. Прям все забираем. Вайкуна. Голоды. Они что-то гуляют вместе, видишь? Кто-то ее бьет, а та и рада. Хоть какое-то внимание к ее кривой особе. Кто-то ее бьет, я даже знаю кто. Да. Пошли домой, рыжий. По принципу, знаешь, я тебя защищаю, я тебя и луплю. Типа, да. Ну какой-то не очень контракт выгодный. Ну, да. Фух, второй выходной пошел, у нас теперь по два выходных. Я как взрослый, все по-честному. Блин, как-то хмарится. Попробуем сегодня, ну отрубить все-таки купить, вчера не было. Сейчас, ну, два варианта. Или поедем туда же, вдруг они появились, ну, где мы всегда берем. Или взять те, что дороже, уже зашитые мешки, их фасуют. Пробуем. Со ключиком все работает. Четенько. Поехали, ребят. Блин, вчера погода такая была классная. Солнышко, все дела. Ну, во дворе повозился чуть, но чуть. Надо было, наверное, больше. А в комнате меньше.
А сегодня, похоже, дожди будут, дождь. А надо на улице поработать. Ну, как бы планы такие были. Ну, посмотрим, что из этого получится. Сейчас за трубями. Смотрю, дядька повез отруби. Возможно, ребят, да прибудет с нами сила, счастье. И все такое. Вот. Тут как войну за хлебом. Армагеддец. Армагеддец. Сам не верю своему счастью, ребят. Набрали отрубей, но. Есть большое жирное но. Отруби уже 8,50 за килограмм. Это, блин, ну скоро будет дешевле курей кормить яйцами самими непосредственно. Цена ужас. Охереть. Что дальше? Дядька сейчас заходил. Ну, я вешу, отруби залетает, мне быстрее. Мешок муки. Я спешу. Я вообще попутал. Ну, как бы я ж уже стою. Говорю, ну а мне два мешка, я тоже спешу. Че, какая разница, у меня уже и на весах лежат. Что ты какой спешный? Ну как бы подзаткнулся, ну просто вот эта простота забивает. Ну как бы ты такой же человек, как там и я, и дядя Вася, Петя. Кого волнует, спешишь ты или нет, у каждого свои дела, свои проблемы. В ужасе просто. Вот эта перцоидность непонятная, наглость. Никогда не понимал. И почему надо высказывать, что-то говорить? Ну, просто у человека должен быть какой-то, ну, так что ли, понятие вот этого. Эх, бесит. Бесит. Взял два мешка муки, ребят. Ну, мне это пока хватит. 525 рублей. Вот и прикидывайте. Ржу. Пошли. Домой идешь? Гулялся, барс. Кота армия. Ну вот и все, ребят. Так мы провели наши два выходных дня. Ну, примерно все. Будет еще видео из этих дней. Почти потратили свои деньги. Ну, чуть-чуть даже осталось. И настало время сказать вам до свидания. До новых встреч, ребят. Подписываемся, кто не подписан. Остаемся с нами. Оцениваем лайками, дизлайками. Счастья, здоровья, всего только самого доброго, ребят. Вы у нас самые лучшие. Вы супер, ребят. Пока.